обеспечения военной безопасности союзного государства, министр обороны, генерал-лейтенант Кремер. Движение по самому учению и о том комплексе мероприятий, которые второе полугодие 2021 года было сосредоточено на подготовке войск и органов управления политического уровня. Оно заключалось в проведении ряда как совместных, так и отдельных учений. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь, руководитель учения «Запад-2021», начальник генерального штаба генерал-майор Гулевич. Здравия желаю. Ну ты освоился уже? Что? Так точно. Товарищ главнокомандующий, находимся... Что ты тут спрятал? На командном пункте региональной группировки войск сил, замаскированной под хозяйственный двор. Предлагаю пройти на командный пункт. Товарищ президент Республики Беларусь. Анализ обстановки в Восточной Европе свидетельствует о том, что в настоящее время непосредственной угрозы развязанной вооруженной агрессии против союзного государства нет. Вместе с тем, наращивание военной активности НАТО, а также последовательно активная милитаризация стран Балтии и Польши меняет сложившийся военный баланс сил в восточноевропейском регионе. Это негативно влияет на обстановку на западном стратегическом направлении, которая является одним из наиболее важных для обеспечения военной безопасности союзного государства. Его значимость обусловлена размещением в его пределах наибольшего количества государств, проводящих недружественную политику по отношению к Беларуси и России. Большой оперативной емкостью территории, позволяющей вероятному противнику создать и разместить крупную группировку войск для ведения наступательных операций. Наличие наиболее развитой военной инфраструктуры, базированной многочисленной и боеспособной группировки военно-воздушных сил, способной завоевать превосходство в воздухе. При этом главная роль на западном стратегическом направлении отведена именно белорусскому направлению, так называемым Смоленским воротам, где могут действовать до 50% группировки войск вероятного противника. Ответом на возможную военную угрозу у наших границ послужило решение о создании в 2000 году новой конфигурации военного взаимодействия, включающую в себя единую систему противовоздушной обороны и региональную группировку войск сил.